Все, девочки. Девочка осталась одна. 2 часа у меня в распоряжении. Что буду делать за эти 2 часа? Уже узнаем попозже. Встретимся. Вот такую сухую, сушеную красоту нашла я в этом доме. Не себя имею в виду, хотя моя кожа тоже просохла. Не знаю, от погоды или... Нет, Агина, это не от погоды. У вас уже возрастная сухость. У меня кожа всегда была сухой. Вот так вот. Что делаю, как делаю? Если предыдущий влог смотрели... Знаете, осталась ваша Агина одна совсем на 2 часа. Приехали в Mammoth Lakes, это я сначала рассказываю, чтобы дети снегом поиграли, а я на снег посмотрела. Так что на снег приехали. Сегодня пошли кататься на сноумобил, на снегомашинах. Не помню слово, снеговод, снеговед. На снегологах. Anyway, это не важно, Агина, рассказывайте, что будете делать за эти драгоценные 2 часа, вы спрашиваете. А вот не знаю, растерялась опять, подумала, давай сделаю дишвашер, включу, тарелочки туда положу, потом посмотрела на устаревший банан, смотрите, уже плачет по моей коже, сказала, а давай сделаю какой-нибудь банановый... раствор и на лицо намажу, пусть лицо немножко омолаживается, окрасивится, освежится, и пока лицо освежается, за это время тарелочки туда. Хорошо подумала? Молодец, Агина, гордимся. Сейчас вместе, даже у меня авокадо есть, и авокадо есть, устанет, если не использую. Капелька уже нажитого лимона туда положу, и кожа у меня очень сухая, честно, очень сухая. Масло оливковое. Наверху у меня еще арган ойл есть. Немножко арган ойл тоже положу, пусть будет. Это да, намажу на лицо, и вот теперь уже с тарелочками буду возиться. А что потом? Не знаю, сколько времени у меня останется. Пирожки буду печь. В этот раз с мясом, а завтра, может быть, и с картошкой. Тесто у меня в холодильнике уже лачит, хочет лопнуть, смотрите. Ну, эта миска очень маленькая для этого теста, хотя, когда поместила, здесь почти было. Пока доехали, оно поднялось. Вот так, боюсь открывать, лопнет. Так, холодильник закрывай, Агина. Всегда можно из холодильника что-то найти для лица. Может быть, желток. Желток тоже туда положу. Желток очень хорошо освежает и питает кожу. И желток будет. Все, девочки, соберите ингредиенты, что есть под рукой. Будем омолаживаться, будем заботиться о себе. Мы тоже люди. Окей, девочки. Я здесь. Вы меня не видите, но голос мой слышите. Вот теперь меня не видите. Что нашла? Разбитое яйцо. Не знаю, кто его разбил, но уже не важно. Главное, яйцо осталось. Белок уберу. Я так не привыкла камеру перед собой ставить и снимать. Если что-то не увидите, это не моя вина. Это так. Немножко размешаю. Угу. Меньше половины банана туда положу. О, решила вместо арган ойл, совсем маленькое количество там у меня осталось, буду беречь. Для рук обычно пользуюсь этим маслом. Оливковое масло только положу. Совсем немножко. Пол банана так. Хорошенько разотру, разомну. Окей.
Что-то в этом роде. О, мед решила добавить. А, это хотела сказать. У меня здесь и мед нашелся. Совсем немножко. Упс. Скажем, пол чайной ложки. Пол чайной ложки — это то же самое пол чайной вилки. Если аллергия, мед тоже не ставьте. Капелька лимона. Лимон моя кожа любит. Если ваша кожа не любит, не ставьте. То есть не добавляйте. И такой маленький кусок авокадо, который уже начал скучать. И совсем капельку этого масла. Капельку говорю, но побольше кладу. Скажем, вот столько. И еще немножко. Вот здесь у нас малина таится. Не помешает. Кожа любит малину. И посмотрим, что получится. Если очень жидкой получается, обычно, когда дома делаю, туда немножко овсяной муки добавляю. И очень хорошая маска получается. Это какая-то каша получилась, которую можно было бы и съесть, если бы желтка там не было. Общаюсь. О, это и на сегодня, и на завтра хватит, девочки. Что еще туда добавить? Думаю, хватит, но так и хочется немножко скустить. А чем скустить? Ничего нету. Угу. Ну, неплохой состав, очень даже нормальный. Двигаемся в ванную комнату. Все равно я такая неспокойная. Ищу, чем можно разбавить. Подождите. Чуть поищу. Кто ищет, тот находит. Крепкий сцеженный мацон туда добавлю. И кремистый получится. И мацон, йогурт очень даже полезен для кожи. Так что будет гуще. Все, замешиваю и поднимаемся. Наверное, чайная ложка. Всего понемногу, на глаз ничего не случится. Ничего не сотворится с вашей кожей, кроме хорошего. Так что не бойтесь, творите. Состав хотела показать. Видите, более... густая стала она. Он. Окей. Все, двигаемся. Чтобы чувствовали, как двигаемся. Сегодня утром хотела упражнение сделать на этих лестницах. Подниматься, спускаться, подниматься, спускаться. Но так и не сделала. Окей, Игнатьевна, кто для вас дверь откроет? Видите, как нелегко одинокой женщине. Нам всегда можно что-то сделать. Окей. Но не люблю холодные полы, поэтому здесь на полах у меня везде эти самые подушки. О, не подушки, полотенца. Окей. Это наша ванная комната. Здесь мы соорудили наши вещи. О, даже это принесла. Думаю, успею даже волосы покрасить. Надеялась, что даже ванну приму с солями. Посмотрим. Окей, начинаем. Сначала лицо салфеточкой почистим. Это знаете уже и без меня. У меня на лице только противосолнечный и питательный крем. Ничего особенного на лице нету. Посмотрю, правильно снимаю. А, это я. Угу. Все. И беру эту кашу. Так много приготовила. Пойду по соседским домам, если там мамы остались одинокие, ждут детей, может, и им предложу. И такой ножик, конечно,
Ну, что-нибудь нужно найти. Это для крем-чиза или для масла. В данном случае для лица. Мажу и, наверное, оставлю где-то сколько минут, сколько понадобится, чтобы тарелочки в посудомойку положить. 10 минут. Посмотрим. Это капать будет, пока я у посудомойки буду петь. Ну, когда дома никого нету, или поем, или танцуем. Что-то в этом роде делаем обязательно. Придется себя очень скромно вести. Все, уже перестаю разговаривать. Но вы можете не разговаривать. Очень даже могу, если захочу. Вот такое зрелище получилось. Угу. Уходим. Как пришли, так и уходим. Комната у нас уютная оказалась. Очень даже. И сразу к тарелкам. Не хотим терять время драгоценное. Окей. Это оставлю завтра тоже. Если не поленюсь. Очень сомневаюсь, что не поленюсь. Завтра тоже за собой немножко поухаживаю. И вы тоже. Надеюсь, немножко всех вдохновила на масочный процесс. Все. Все, девочки, и чай приготовила, пусть немножко остывает, лицо помою, и чай буду пить. Нет, вы представляете? А я думала, это только отдых для детей, но нет, умудрилась все-таки. Все помою и про результаты скажу. Здесь как так шумно в этой ванной комнате. Все, девочки, свет хочу выключить. Не нахожу, массирую, стену массирую, окей. Сейчас сначала теплый, такой приятный, теплый, почти не горячий, чтобы не жгло. Очень теплая вода, говорят, не полезна для лица. Но сначала теплый, потом холодной, ледяной водой помыла. Сейчас немножко пусть отдыхает. Через несколько секунд, пока я решила еще маникюр сделать. Пока маникюр, чай туда-сюда, лицо отдохнет. И увидим, что случилось с моим, ну, с моей кожей. Ничего плохого не случится, все хорошие ингредиенты, все в одно собрала и намазала, не постеснялась. Как поживает мой чай иммунный? Сегодня утром чуточку себя, как будто сейчас, вот-вот какая-то инфекция ко мне достигнет.
какой-то коварный вирус. Якине, уже страшно нам за вас. Мы же взрослые люди. Мы же всегда болели. Выздоравливали. Что-то сладкое хочу с чаем. Пусть будут сухофрукты. Сухофрукты к чаю и маникюр. Сейчас хочу на дневном свете, чтобы вы все увидели голую кожу, без крема, без ничего. Очень даже хорошая маска получилась. И немножко подтянула, и мягкая стала кожа. Но все равно моя кожа такая сухая. Какую маску не навожу, если помыла водой, особенно теплой, холодной, даже в конце всегда хочется что-то намазать. Немножко масла наведу и буду двигаться к холодильнику. Маникюр еще вряд ли подсох. Но у меня всегда так. Быстро-быстро все делаю, чтобы успеть. Времени совсем не осталось. Сейчас из холодильника достану тесто, освобожу. Бедное тесто уже задыхается. Потом уже будем делать пирожки. Ну, это мне обе руки нужны, подождите. Посмотрим, что здесь творится. Вся миска такая округленная. Я думала, такой грохот будет, когда открою, но нет. Молодец. Все, тесто на месте. Это, наверное, уже 4-дневное тесто. Сейчас сделаю колобочки и уже помаленьку начну пирожки готовить. Скоро вернутся. Как быстро время прошло. А лицо сейчас совсем голое. Ничего нету, немножко масла намазала, потому что эти части засыхают. Все. Уже начала лепить, время не ждет. Такие вот прекрасные помпушки, пирожки получаются. Очень вкусно. И тесто с собой привезла, и начинку. Так что совершенно не мучилась. Но сейчас нужно успеть вовремя всех пирожков пожарить. Да, они живые, видите? Окей, общаться сейчас не могу. Быстро жарю, сейчас нагрянут. И вернулись наши проказники Сноу. Мобильщики. Все счастливы, говорят, время хорошо провели. Где они?
Дыхание мужа. Шунчит лесумом. Я его дыхание слышу, его не вижу. Но он так изящно дышит. Дышит. Он не дышит, он дышит. Окей, Арамджан, я думаю, самостоятельно. По-женски. Влог засняла. Не знаю, как вам понравился. Но, думаю, на этом закончим. Я пойду к своим пирожкам, накормлю этих голодных. Этого маленького надо поцеловать, поскольку он такой хорошенький. Дверь надо закрыть за собой. Арам, я им позвонила, но месседж послала, что дверь не работает, это нету, тот нету. К нам вернутся они. Окей, увидимся.